Сегодня последний день антибиотиков. Вечером делаю один. Вот так. Как нос Скруджа Макдака был. Сейчас хоть более-менее в форму пришли. Мунку услышал звук кобыл. Всем добрый день. Приехал наш долгожданный коваль. Началась расчистка. Вот эта ведуха одна чего стоит. Жует он там что-то. Машалла, табарак Аллах. Машалла, табарак Аллах, табарак Аллах. Всем добрый вечер. К нам в гости приехал Адам. Соседа сын. Ну, он тронуть хочет, видишь, да? Добрый день. К примеру, я взял паспорт мотивации. Добрый день. Всем хорошего дня, хорошего настроения. У Арби тоже хорошее настроение сегодня. Машалла, табаракалла. Косит газон. Запачкался чуток. Малыш. Машалла, табаракалла. Сегодня последний день антибиотиков. Вечером делаю один. И все, антибиотики заканчиваются. Просто будем рану обрабатывать. После того, как снял подкову, ребята, смотрите, что трава непонятна. Вот смотрите, как они как-то ушли в ширину. Раньше как-то вот так, как нос Скруджа Макдака был. Сейчас хоть более-менее в форму пришли. Мунк услышал звук кобыл. Фух. Кобылки пришли к дому. Их отогнал. Этот выскочил. Вот приключение. Пойдем, Мунк. Пойдем домой, Мунк. Пойдем. Пойдем. Охо-хо, он дерзкий тип. Монг, почему я говорю Монг? Арбо. Арбо. Сейчас буду звонить на этот, вовник. Буду спрашивать. А пятнышки на голове и вот нога, видите, задняя. Всем добрый день. Приехал наш долгожданный коваль. Началась расчистка. Маникюр идет. Машалла, спокойно стоит он.
Запах, конечно, ого-го какой, да? Витаминный комплекс. Смотри, черные места, Ахмад, ты что? Гниль. Гниль? Да. Давай ногу дай, дай ногу. Это поспокойнее Макфина, да, Ахмад? Да, это другой араб. Это другой араб. О-хо-хо. Наш араб еще и сходил здесь в туалет. Запущено, да, Ахмад, сильно? И запущено здесь вот. Бывает еще хуже тоже, да? Синяк тоже есть. Синяк тоже есть? Гематома, что называется. А, вон там вот эта точка, да? Да. На кто-то наступил, может? Ага, вон она. Кровь оттуда уходит. Короче, он ударил, видать, ногу. Вот там у нее, да, гематома? Да. Охренеть. Вот на этом месте была гниль, убрали мы ее. В общем, можно сказать, подровняли. Так себе более-менее. Ну, через раз уже все на место станет, да, Ахмад? Да. В следующий раз уже, если почистить, даже уже нормально будет. Вот эта гниль до сих пор уходит оттуда. О, здесь чуток. Видите полоски? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ступенька такая образовалась там. Из-за того, что запущено было. Машаллах, машаллах, машаллах. А теперь это ботинок и этот ботинок, смотрите. Все равно вот здесь, видишь, он ушел, уже в следующий раз он ровненький будет. Видишь, какая тут разница. До и после. Ему, походу, стоять трудно на той ноге, из этого он качается. Эта нога тоже так же. Ложиться, что ли? Арбо. Это уже правая нога. Убираем этажику. Вот это ведуха одна чего стоит. Жует он там что-то. Машаллах, табаракаллах.
Машаллах, табаракаллах, табаракаллах. Давай, давай, Арбо, давай, иди вперед. Давай, вперед, иди, идем. Ой, красота. Задняя нога у меня под хамой лежит. Да. Шоколадный и питательный. Так, это у нас больная нога. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, чуть-чуть она у него тревожится, видать. Это более-менее, да, пока смотри? Передние были не очень в хорошем состоянии. В общем... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Эй, конек, стой! Конек! Вот здесь у него рана, вот здесь, вот там. Из этого она, наверное. Вообще, здесь все приходит, где можно. Саламандры запачкались, короче, о, Арбо. Здесь тоже точки гнойные. Запущен. Лучше бы он был бы без подков, чем с подковами, да? Вот это подковы же под собой, это грязь собирают. Если он был бы без подков, вот этого не было бы. Да, эти копиты тоже стерлись бы, как положено. Да, она же. Без подков. Подковы не дают. Стереться копытом и, короче, и коняшки больно, и форму теряют. Это больная нога коняшки. Сейчас вот не знаем, как это будем делать. Как-то будем пытаться. Как у бульдога ноздри тоже. Машаллах, табаракаллах. Открой ротик. Короче, мое мнение 6, 7, 8. Ну, не знаю, 9 есть, нету, но от 6 до 8 лет. Сейчас я покажу еще раз. Подними, покажи. Вот видите, у него немножко вперед смотрят. И вот клык. Вот клык. Молодец, молодец. Марля, подорожник. Ихтиёлка, левомиколь, трицелин. И все это потом я перемешиваю. Вот так. Морковка, яблоки и немножко клубнички. А он на улице ждет, пока вынесут еду. Наш Арбо уже до конца наступает. На копыта вот так ходит. Машаллах. Куда он удрал, интересно. А, все, остановился. Он с утра прям до самой ночи вот здесь пасется. Сбрил все это место. Вот. Короче, на травке. С добрым утром всех.
Всем хорошего дня, хорошего настроения. И нашим лошадкам, домашним питомцам, всем. Сегодня поведу на школьную площадку, футбольную, вернее. Столько дождя пошло у нас, что вот такие лужи. Видите? Капец просто. Вокруг зелень хлынула. Арбо думает, новое место. Но тут луж много, не знаю, что он тут будет делать сейчас. Вроде бы так, вроде бы. Смотришь, нет, на самом деле водичка везде. Там, где он ел, трава закончилась. Ну, та, которую он ест, ее нет уже. Сюда выпустил. Сначала он такой посмотрел налево, направо. Думает, куда я попал, покричал. Тут же какашки кобылок есть, он понюхал и думает, свои. Вот такие вот дела. У меня тут хорошая связь, не жалуюсь. Вот такое вот утро у нас. Это вторая порция у него. Угадайте, что это? Я думаю, все знаете. Всем добрый вечер. К нам в гости приехал Адам, соседа сын. Как бы ему назначили ипотерапию. Он с конем, короче, дружит. Не как мы с вами, а по-своему, по-другому. Вот сейчас вы увидите. Отпусти его. Адам. Сам. Держись. Адам. Отпусти его сейчас, отпусти, пускай сейчас делает то, что он хотел. Адам, где его больная нога? Адам еще любит по лужам бегать. Лови его. Она, отпусти теперь. Смотрите, что он делает. Он идет, его ногу жалеет. Короче, у него одни эмоции. Адам! Лужа, там лужа. Он, короче, ищет лужу. Подними его, на коня посади. Адам, но скажи, но. Иго-го скажи, но. Скажи что-нибудь, скажи. Поцелуй. Ты любишь лошадь? Он лошадь целует, короче. Смотри, что он делает. Смотри, целует лошадь. Маша Аллах, табаракала. Хорошая лошадь? Нет, ты постой чуть-чуть. Посиди. Он хочет, чтобы ты тоже поцеловал, да? Сиди. Адам, сиди. Поцелуй лошадь, поцелуй. А, баську сделай лошади. Поцелуй. Нельзя туда, в лужу нельзя, лужу нельзя. А ну отпусти его заново, отпусти. У него, короче, свое общение с этой лошадкой. Он вначале, просто да я даже не догадался снять его, он вначале подошел, присел к лошади и просто по-своему с ним общался.
Ага. Он тронуть хочет, видишь, да? Адам, поцелуй лошадку, поцелуй. Но, скажи, но. Скажи, но, скажи лошадке. Рррр, скажи, рррр, скажи. Рррр, скажи. Смотри, что он делает, сам прыгает, да? Оставь, пускай сам идет, по своему желанию пускай идет. Он лужу ищет. Хитрый он. Пускай трогает, что хочет, пускай делает. Иди сюда. Идем. Добрый день. Пока в ожидании. Пока приедет наш принц. Ухаживаем за нашим красным принцем. Ест, чуть поактивнее ведет себя. На ногу хромает он еще. Но мне сказали, это долго будет проходить. У Лейлы 3 месяца. Была такая проблема с передней ногой. Она передняя нагрузка большая идет, задняя, думаю, хотя бы за месяц, если даже за полтора, если вылечится, будет нормально. Видите, он как прихрамывает. Особо не любит на эту ногу наступать. У него еще и страх остался какой-то. Арбошка. А когда он видит что-то такое, похожее на корову, он очень даже хорошо двигается в их сторону, забывает, что он хромает. Делаю перевязки, уколы. Рана уже чистая, нету там никакой грязи. Сейчас уже будем рану сушить. Будем сушить рану и уже переходим на мази. Вот. Если ткань, ну вот это место, вот где у нее прокол, если она будет твердеть, то уже будем колоть лидазу. На всякий случай, это от фиброза. Если нет, то камфорное масло, камфорный спирт и пару ингредиентов, если туда, которые добавляют, через день будем массировать. И все будет хорошо. Арбошка. Паспорт мотивации. Смотрите, тут видите отметина. На какой ноге какие отметины. И на голове вот у нее отметина. К примеру, у Регитерс берем. У нее тут уже другие отметины. Вот на голове у нее есть белая полоска. Вот прям полоска нарисована.
И вот на ноге уроки получается, на этой ноге какая-то белая полоска, и вот здесь на этой ноге что-то вот. И тут какие-то еще другие какие-то полоски. Так, мотивацию берем. Вот у мотивации тоже были какие-то полоски. Голова чистая. Вот какие-то крестики стоят, не знаю зачем, для чего. Нужно мне, короче, позвонить во ВНИК и сказать им, чтобы они подняли паспорт Монго. И сказали, на какой ноге какая отметина есть, чтобы я сверился с ними. Или отправить им фото Монго, чтобы они по отметинам посмотрели, подходит или не подходит.